К новостям спорта. Кунгуряк Илья Вертепрахов в минувшие выходные завоевал бронзу на межрегиональном фестивале воздухоплавателей. В течение двух дней пилоты тепловых аэростатов, дельтапланов, планеров соревновались в умении покорять небо. Центром притяжения любителей и профессионалов необычного спорта стал поселок с непростым названием Ып, недалеко от столицы Республики Коми. Наиболее зрелищным моментом фестиваля стали спортивные полеты аэростатов. Перед каждым экипажем стояла задача как можно точнее попасть специальным маркером в отмеченный на земле участок. Экстрима добавлял тот факт, что других мест для посадки фактически не было. Очень страшно там летать, потому что когда взлетаешь, смотришь вокруг, и куда ни посмотришь, везде тайга. Одни леса, да? Мест для посадки нет. Есть там одно место, куда можно прилететь, и вариантов нет других. Потому что если сядешь в лес, то МЧС, медведь там и так далее. Вот, и непонятно еще, когда тебя и где найдут. Лучше всего с этим справился экипаж уроженца Кайгородского района Ивана Белых, представляющего команду Тамбова. Третье место занял экипаж нашего земляка Ильи Ретепрахова. На втором команда Ивана Маевского из Екатеринбурга.